Ты учишь проклятый романский язык при настольной луне, и час без пяти комендантский железом скребет по стене. Над крышами холод планиды, окно в ленинградскую тьму, есть вид на фонтанку и виды на будущее ни к чему. Ты помнишь, как в этой вот яви ко мне, прижимаясь плечом, жила в коммунальной державе, где ветер пропах кумачом, холщовые лица хозяев и лозунгов белый букварь, в недвижные рельсы трамваев, как в реку смотрелся фонарь. Товарищи, по неуменью держать кормовое весло, мы плыли в потьмах по течению, и вот ведь куда занесло. Поэт в Нью-Йорке, в пандан Гарсия Лорке. Да? В Централ-парке от крыс отличаются белки тем, что нечасто встречаются. Тот же способ у них размножения, но не столь суетливы движения. И хвостов их балетная грация бесподобна. Учись, эмиграция. Ну, тут уже осваивается такое американское пространство. Метафорически. Кукурузиада. Кукуруза пошла понемногу в рост над замершей линией связи, но никто не объявит тревогу на оставленной авиабазе, неугодной военному богу. На посадку заходит голуба, фюзеляжный из аэроклуба, тишину разогнав лопастями, самолетишка, штатский сугубо, поделиться спешит новостями. Но хранят по нечетным и четным ко всему безучастные позы, позабытые здесь бомбовозы, припадая к земле без угрозы от нее оторваться на взлетном. Поднимались пернатым порывом и железным снижались парадом, а теперь с кукурузником рядом не заправиться им над заливом, ни себя облегчить над Багдадом. Через люк в бомбовозное пузо проникают подростки для гребли, и под самым крылом кукуруза воздвигает зеленые стебли своего самородного груза. Отставные глашатаи гнева охватили бы небо дугою, но все выше и справа, и слева лезут всходы нешумного сева, и заказано сеять другое. Реквием футболисту. Полузащитник клуба «Авангард» Евгений Сливкин умер от разрыва сердечной мышцы. Молодость, азарт его сгубили. После перерыва не вышел он на поле, увезли в больницу и, не приходя в сознание, по зову сердца шеломянь земли ему на грудь насыпали куряне. В профуканном турнире он таки заделал два гола искусства ради. Его игру ценили знатоки. Конечно, не в Москве, не в Ленинграде. Тощой он был, как изможденный глист, но бороздил траву, что ваш бразилец. Провинциальный парень-футболист, мой полный тезка и однофамилец. Наверное, Бог, внезапно перестав болеть за «Авангард», придумал повод и перевел его в другой состав, где он теперь незаменимый форвард. Лев Яшин спит и видит в мертвых снах, к 12-му приближаясь метру, Евгений Сливкин в парусных трусах летит по набегающему ветру. На корабле из крашенной фанеры засняли патентованным зенитом, чтоб в океане всем ветрам открытым в свою звезду он не утратил веры.
и в жестяном, как банка, самолете его сфотографировали Федом в залог того, что трусоватость плоти не подорвет стремление к победам. Он был запечатлен на крутобоком и терпеливом ослике однажды, как будто предвкусил духовной жажды и подрастал в отечестве пророком. С молодых ногтей позировал он стольким фотографом, умело расторопным, но старичок, всегда пытавший зорким, со вспышкой и штативом допотопным, не выполнил условий уговора, и взгляд его оставил без ажура там, в одиночной камере обскура, за шторкой невзводимого затвора. Когда-то в Канаде я увидел двухфигурную скульптурную композицию, которая меня совершенно поразила. Вот я написал стихотворение тогда «Искусство эскимосов». Из кости вырезал такую скульптуру мирный инуит. Гиганта карлик атакует и сам от ужаса кричит. А великанний рот разорван, изнанка желтью налита, как будто выхлебал он ворвань из эскимосского котла. А карлик близится и тужась в гиганта мечет острогу. До неба вырастает ужас, врагом внушаемый врагу. Им друг от друга нет спасенья, они сработаны вдвоем из кости белого тюленя на льду забитого живьем. Ребенок пялится на взрослых, такой растерянный и жалкий, среди их чресл простоволосых в битком набитой раздевалке. Ему бы в скрюченную позу вернуться, чтоб не разреветься, и выскользнуть, пока не поздно, из розовеющего тельца. Он мокрым взглядом «Отойдите!» кричит в углу от задниц тесном, но ставит на скамью родитель и трет шершавым полотенцем, и никуда уже не деться из волосящегося леса, где заколдованное детство телесно от избытка веса. Бежать под шапкой уши скомков, затравленным в конец мышонком, с тоскливым ужасом в котомке, вручную вымытой мошонке. Городской романс. В незапамятном том Ленинграде, где и мой закольцован маршрут, одинокие, четные Нади в коммуналках с пропиской живут, и наемные на год фатеры, обустроив без лишних затрат, под угасшие Любы и Веры в зеркала равнодушно глядят. Там одна мне знакома квартира, тоже с люстрой на месте петли. Под нее меня два конвоира вожделенья и ревность вели. В сердце память остывшая или холодок капитальной стены, за которой раздельны были, как санузел мы, совмещены. Посиди же со мной, посиделым, посиди без любви и вражды. Это я прикрывал тебя телом от твоей несчастливой звезды. Да, как Андрюша сказал, представляй меня, я закончил технический вуз перед литературным институтом. Тут есть эти реминесценции. Чертил, считал, науки поддавались, брал голыми руками интеграл, и женщин, если те не отдавались, по молодости лет не понимал. Я так желал в любви казаться докой и лез к ним со студенческой скамьи, к тем женщинам, улыбкою далекой, встречавшим ухищрения мои. Мне сопромат не отбивал охоту, и на язык от злости островат. С катушек я съезжал, как астронавт, не любов, недопущенный к полету. Ни равенства, ни братства не хотел в запале я признать перед законом взаимного влечения юных тел, что не был сформулирован Ньютоном. Они в недоброй памяти мертвы, а в доброй
будут жить в углу заветном те женщины, мерцая тихим светом какой-то потаенной правоты. В 2020 году это моя первая книжка, изданная в Америке. Все прочие были изданы или в Москве, или в Санкт-Петербурге, в России. В издательстве Litera Publishing в серии «Русская литература в Америке» издатель Илья Бернштейн, вот он выпустил мою книжку, которую я назвал «Обреченный снег». Это лучшая моя книжка и самая несчастливая, у нее очень несчастливая судьба. Она вышла в разгар пандемии, когда в Нью-Йорке умирали несколько сотен человек в день. Такое бывало, были забиты все морги, и вот Илья Бернштейн сидел и скрупулезно в этом чумном городе работал с рукописью, работал с версткой. Но, разумеется, ни о каких живых презентациях и выступлениях, связанных с книжкой, речи быть не могло. Разумеется, об отправке части тиража в Москву тоже речь не стояла в этой ситуации. Но мы устроили презентацию онлайн в Зуме, и в ней участвовал Сергей Каковкин, Анна Родионова, которые замечательно читали стихи, еще двое актеров с российской стороны, из Петербурга молодые актеры читали, да. Но, тем не менее, у книжки несчастная судьба, потому что до российского читателя она не дошла. Буквально считанные какие-то экземпляры, которые я прицельно с оказиями отправлял кому-то в России, существуют, а из-за пандемии не ездил туда я. Закончилась более-менее пандемия, началась война, я опять не еду. Бернштейн мне сказал, что вот я выпущу небольшой тираж, если он через мой магазин онлайн разойдется, я выпущу второй небольшой тираж. Ну, я, конечно, постарался, обзвонив всех друзей, знакомых на территории Канады и Соединенных Штатов Америки. И, о чудо, этот тираж разошелся. И Илья Бернштейн, как обещал, он выпустил второй тираж, который почти не разошелся. Но два очень хороших книжных русских магазина в Америке выкупили часть этого тиража. И вот я сейчас буду вам читать стихи из этой книжки. Если они вас заденут и покажутся вам близки, то вот... Через полчаса открывается в Россе под нашей столовой на первом этаже приехавший из Бостона книжный магазин «Петрополь». Там эту книжку можно купить. Она стоит как пачка сигарет. А я с удовольствием ее подпишу. Город немеркнущий, воздух проклятый. Время, которое движется вспять, я возвращаюсь в родные пенаты. Жизнь ли винить, на себя ли пенять? Счеты закончены, выдернут корень. Нужно сподобиться без скулежа, где-то вдали умереть, как Печорин, даже до Персии не доезжа. Но возвращаюсь с проклятием сквозь зубы в царство камней и чугунных перил. Так вот, наверное, влечет душегуба к тайному месту, где душу сгубил. Дюма. Дни были будничные и серы, а ночи синие, как шторы, и мы вступали в пионеры, как поступают в мушкетеры. Потом нас портила крамола, но кого не пронимало, тот выходил из комсомола и шел в гвардейцы кардинала. И мы друг другу поддаваться, о прежнем времени грустя, не начинали даже 20 лет, то есть молодость спустя. Был приказ закатать шинель и коней снаряжать в поход. Дед мой дочку назвал Нинель.
Значит, Ленин наоборот. Революции мировой не случился тогда рассвет. Так что Ленин всегда живой. Но давно уже мамы нет. Старый барабанщик. Я барабанщик отставной козы. Тут не нужны особые таланты, и на меня не тратили кирзы скупые капитаны-интенданты. Убит волынщик, без вести пропал трубач на бивуаке или в схватке. Лишь деревянных палочек сигнал звучит в сухом, как динамит, остатки. Тру обшлагом бесслезные глаза и бью в свой барабан, покуда в силах. Рядом гарнизонная коза ощипывает лавры на могилах. Полвека спустя. Серафим с лучом во взоре уродился шестикрылым. Во Владимирском соборе пахнет ладаном и мылом. Храм от копоти отмытый, окружен давно заботой. Купола его покрыты многопудной позолотой. Раньше было верить проще. Бог бездомен и обшарпан, пахнул корюшкой и карпом. Как Владимирская площадь, то грязней он был, то чище, то бессильным, то всесильным. А на паперте точильщик со станком стоял точильным. Я в свое восьмое лето здесь прогуливал ботинки между театром Ленсовета и кузнечным крытым рынком. Помню, скрежет ножевого полотна бесперерывный, и от привода ножного диск вращался абразивный. Все вокруг сдвигалось близко, магазин гробов и ясли залетали в сердце искры и не гасли, и не гасли. Делали кино, писали книги о поре блестящей и суровой. Я в войну играл не в высшей лиге, а в районной, уличной, дворовой. Собирались за окрестной свалкой, прятались за мусорные баки, но меня закалывали палкой первого в засаде и в атаке. Я вперед выскакивал красиво, классно фехтовал, как на экране. «Все же ты убит!» — кричали слива. Разве возразишь, что только ранен? Да у нас и не было санбата, и со слабаками не возились крепкие тогдашние ребята. Жаль, что быстро выросли и спились. А я все играю, как ни странно, в то, чего со мною не бывает. Несмертельной оказалась рана, только вот никак не заживает.